Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Албит, на канале Албит Продакшн, и мы с вами смотрим последний четвертьфинальный батл Зека против Кодфиша. Итак, Зека против Кодфиша. Поехали. Zeka won the coin toss. We're gonna start with Codfish. Чё, музыкалити, ребята, музыкалити. Are you ready? Yep, are you ready? And are you ready? It's on Codfish. I say the yeah, you say the no, the yeah, and yeah. Проебался нам на бибу. Ноо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 
You think you're so cold. No. Yep. Это правда качает? You think you're so cold. No. А ты уже просто привыкни к тому, что новые батлы теперь будут проходить всего вот так. You think you're so cold. No. Yep. Так, минуточку, ребят. Okay, let's go for the music. Took my pain. Zeka. Only pray forget with a lonely faith. Tears of pain. Take my pain. Only pray forget with a lonely faith. Tears of pain. Take my pain. Атмосферненько так, атмосферный батл. Ну, первый раз оно было. Ну понятно, понятно. Для меня зэка. Для меня зэка. Tears of pain. Давай, давай, давай. Yep. Who win first round? In my opinion, Zeka. Зэка, зэка. Ладно. Это все с прошлого года, все это было. Зэка. Зэка.
you bring it back. And we dance. Go again. Time. Это все было. Okay, let's go. Shit. И в Illumination, не в прошлом году. Goldfish, он must be on LSD, bro. LSD. Ну, первый раунд для меня был за Зека, сейчас посмотрим. Listen. What? Just in case. Зека. Time, give it up. Yep. По раундам 2-0 для меня. 2-0. 2-0. Зека 2. Codfish 0. In my opinion. Come on. Не, ну это хороший батл, это хороший батл. Мне понравился. Moving on to the next round, Grand Beatbox Battle 2019. I say the three, y'all say the two and the one. Crowd in three, two, one. Make some noise, Codfish. Чё? Чё, блядь? Really? Сука. Ну ладно. Give it up for Zeka. Серьёзно? 5-0. Зека. Ну что ж, ребята, вот мы с вами посмотрели последний четвертьфинальный батл Зека против Codfish. В этом батле победил Codfish 5-0. Ну, по моей реакции видели, что я охуел, потому что для меня Зека был получше. Но для меня Зека в каком плане был лучше? В плане в том, что мы его раньше не слышали, и у него был прикольный раунд. Что первый, что и второй. Оригинальный, техничный, музыкальный. Но у Codfish был как-то более мощный, энергичный. Но я все это слышал в Illumination. Дроп тот же. И в прошлом году он делал, ну, темы те же самые. All Blackberry Bam Bam, это было в прошлом году. Поэтому для меня как бы здесь ничего такого не было. Но я не буду ничего говорить судьям. Очень жалко. Батл хороший, крутой. Я не буду там оспаривать решения судей. Куда мне до них? Вот. Ну, лично, если бы я был бы судьей, я бы отдал голос Зеке. Вот. В принципе, батл хороший, батл крутой. Ну, самый из этих четырех четвертьфиналов, он на третьем месте. Вот. А с вами был Албит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого батла. И ждите сегодня, кто у нас там. Дилоу против Биарта, точно. Всем пока.